Всем здорово. Хочу с вами сегодня пообщаться про ускорительный насос. Как его настраивать, какие нюансы. Давайте для начала разберем, чтобы был доступ к нему. Первое это снять сидушечку и боковую крышку. Поехали. Два болта, здесь болт и внизу, а здесь вот такое крепление. Так, ну вот, собственно, ускорительный насос. Сейчас попробуем в разных режимах его настроить. Попробуем полностью его отключить, как будет вести себя мотоцикл. Попробуем его максимально выкрутить на максимальную мощность. Накрутим его. Ну и в конце уже настроим правильно. Сейчас на данный момент он плюс-минус правильно настроен. Давайте попробуем его расстроить. Так, тут два ключика на 8. Проверим, как он настроен сейчас. Видим, провалов нету. Ух. Нет. Чуть-чуть маловато. Так, давайте его максимально отключим. Для этого нам надо вот в эту сторону крутить по часовой стрелке. Сверху вниз. И тут пальчик, он прячется, сюда заходит. Смотрим, вот сюда он нажимает на этот шток. Этот шток качает бензин сюда, в диффузор. Так, еще. Так, ну все, я максимально отключил. Пробуем. И сразу глохнет. Сразу провал моментальный. Хотя
не всегда и провалы. Вот. Да, ну вот имеются временами провалы. Да, вот это я полностью отключил. Смотрите, телепается, то есть не участвует. То есть, если у вас подобная ситуация, вам нужно сюда настраивать ускорительный насос. Если вдруг вы резко газуете, а мотоцикл наоборот глохнет, то вам нужно вот эти гайки вкрутить против часовой стрелки. Надо еще держать, вот сейчас я возьму ножичек, буду держать. Итак, взяла ножик. Для того, чтобы настраивать его, нужно фиксировать тут ножиком, чтобы оно не крутилось вместе с гаечкой. Откручиваем, тем самым палец вылазит, и мы добавляем дополнительный впрыск. То есть, если мы откручиваем, мы больше ускорительный насос будет работать больше, максимальнее. А закручивая, мы наоборот его больше отключаем. Меньше впрыск и вплоть до отключения. Сейчас попытаюсь максимально. Накрутить. Вот тут палец вылез максимально. То есть ускорительный насос будет работать максимально, подавать больше бензина дополнительного для карбюратора. Видите, как-то нестабильно работает на полностью открытом. Либо заливает. В общем, полностью отключенный ускорительный насос. Как видели вы, мотоцикл плохо работал. И на полностью открытом ускорительном насосе тоже неадекватно он что-то работает. Так, закручиваю по часовой стрелке, уменьшаю дозу на ускорительном насосе.
Примерно так у меня было. Давайте попробуем. Одинаково, короче. Странно. Попробую добавить. В принципе, работает нормально. Нужно законтрагаить. Здесь вот дорожка, по которой ходит палец, ее обязательно нужно иногда смазывать. Вот я уже смазывал по весне, уже сухая дорожка, там выработка со временем. Вот видно, вот какая выработка. Палец металлический, ходит по дорожке пластмассовой и делает выработку. Тут надо капать чем-то, или солидолом там, или thank you.
принципе, работает четко. Посмотрите, вот как настроено. Ну, в принципе, возможно, у других у вас может быть по-другому настроено. Для чего он вообще служит? Ну, для экономии. Он рассчитан как бы для экономии расхода топлива. Допустим, если его отключить полностью, убрать, то у него появляются провалы. Из-за чего провалы? Из-за того, что ставят маленькие жиклеры, маленький номер жиклера, жиклер холостого хода. Уменьшают для экономии. Для этого нужна какая-то компенсация в момент провала. В момент провала делается впрыск ускорительным насосом, дополнительной, как бы дополнительная доза. Чтобы карбюратор работал полностью без ускорительного насоса, нужно ставить побольше жиклеры, особенно жиклер холостого хода. Допустим, вот тут стоит 40-й, и чтобы он работал без вот этого насоса ускорительного, надо поставить хотя бы 50-й жиклер на холостого хода. И тогда не будет уже провалов. А так провалы будут на стоковых жиклерах без насоса. Поэтому он считается, этот карбюратор, экономным. За то, что можно ставить поменьше жиклеры. Все это компенсирует вот это устройство. Если у кого-то будут какие-то вопросы по поводу насоса, да и вообще карбюратора, пишите, спрашивайте, пообщаемся. Это карбюратор PZ30 с ускорительным насосом на мотоцикле Lefan KP200. Хотел еще сказать вам, есть два вида старого образца PZ30. Там жиклеры холостого хода идут вот такие. У меня уже мотоцикл 20-го года, а тут уже стоят другие жиклеры холостого хода. И то, что у меня стоит, его больше, чем 40-го, ну, больше, чем 40-й я не нашел. Вот родной 40-й, и его я по Украине не нашел. 38-й есть в продаже, а от больше, там, 50-й нету. А вот такие, если у вас стоят, то вот можно хоть 60-й ставить. Любые есть номера. Ну там он в предыдущей версии не такой стоит, а там с юбочкой. Там ее выкручиваете и ставите вот обычный. Так, ладно, ребята, всем пока, до новых встреч.